Проинспектировать готовность учреждения образования в городе Артем приехала глава Министерства образования региона Эльвира Шамонова. По поручению президента в муниципалитете открылся детский сад «Тигренок» в микрорайоне «Глобус-2». Заниматься там смогут больше 200 детей, которые распределены в 12 групп. В садике есть все для полноценного развития юных приморцев. Современное оборудование, спортивные игровые комнаты, удобные детские площадки. Здесь мы принимаем детей с 11 месяцев. Здесь очень много интерактивных вещей, которые позволяют современному ребенку после окончания детского сада прийти хорошо очень в школу. Подготовленного не только уметь читать и писать, но еще и знать те основные моменты, которые связаны с патриотикой, которые связаны с умениями. Потому что ведь первый класс – это не обязательно знание чего-либо. Это знание, как учиться. Вот на сегодняшний день полностью детский сад обеспечен воспитателями, полностью обеспечен, как я уже сказала, всеми интерактивными. На все это правительство края потратило 700 миллионов. Посетили и новый образовательный центр «Кванториум», который открылся в День знаний в школе номер 19. Там ребятам провели мастер-классы сразу по нескольким естественно-научным и технологическим направлениям. Вы можете развить свои способности, вы можете придумать свои проекты. Не идите шаблонным путем, идите путем необычным. И тогда вы можете свои стартапы открыть здесь, на площадке «Кванториума». Закладывайте здесь те свои умения, те свои навыки и те свои фантазии. Поэтому мечтайте, и «Кванториум» для вас. Несмотря на то, что открытие нового детсада решило вопрос с размещением детей в предшкольных учреждениях, капитальный ремонт и модернизация школ в Артеме продолжается. Диана Иванова, новости на Восьмом.